Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Land Rover Sport 2014 года выпуска. На этом автомобиле заменим заднюю левую накладку на обшивке. Немножко она потерлась, но хозяину это не нравится. Заказали новую. Открываем багажник. Вот потертость. И вот здесь руками только чувствуется. Заказали эту накладку и заказали эту накладку. Берем, сейчас их снимаем и устанавливаем новые. Снимаем шторку. Чтобы снять шторку, нажимается вот этот флажок. Теперь снимаем резинку уплотнителя багажника. Ее аккуратненько стягиваем, чтобы не порвать. Что у нас здесь, где крепится? Теперь надо снимать вот эту боковую накладку. Сейчас пойду руки помою, чтобы пятен не оставалось. Чтобы нам снять вот эту накладку боковую, открываем вот здесь окошко, здесь написано СРС-подушка, и откручиваем там болтик на 8. После этого мы вот здесь нажимаем, вот сбоку их видно, нажимаем вот эти флажки и сдергиваем две вот этих клипсы в бок. Затем, сейчас я ее сниму, к окну у нас идут вот такие две клипсы, они защелкиваются на вот эти вот фиксаторы. Также их выдергиваем и все, накладка у нас снимается полностью. И здесь мы уже можем вот с этой стороны подбираться к нашей накладке. Сейчас мы снимаем вот эту верхнюю накладку ремня безопасности. Для этого мы отводим ремень назад и поднимаем накладку вверх. Она сидит вот на таких пластиковых фиксаторах. А здесь уже у нас есть саморезы. Откручиваем их. Так, теперь мы берем вот эту нижнюю часть здесь сбоку, поддеваем. И вот отрываем ее здесь на четырех клипсах. Она сидит. Также такие клипсы есть снизу. Вот она одна. Всего 5 клипс. И вот накладка у нас полностью сходит. Теперь нам надо открутить вот здесь крепление у нас снизу 3. Там Торкс Т20. Откручиваем их. Так, все, вот она у нас накладка практически снята. Держится она у нас еще со стороны окна на двух клипсах-защелках.
их надо просто поднимать вверх. Но помимо этого нам надо будет еще открутить ремень безопасности, чтобы его протянуть. У нас еще держит вот эта боковая накладка на стойке. Сверху мы также снимаем вот эту заглушку. Вот заглушку сняли, теперь откручиваем там саморез, также головочка на 8. И снимаем эту накладку. А теперь уже можно сдергивать вот эту накладку и откручивать ремень безопасности и нижнее крепление. И уже до динамика здесь получается добрались, и все на свете. Откручиваем ремень безопасности. Вот у нас здесь под сиденьем находится крепление ремня безопасности. Головка там на 15, закрыта вот такой заглушкой пластиковой. Заглушка сидит просто на резьбе. Берем две отверточки и аккуратно, чтобы не мять, ее снимаем. После этого откручиваем гайку и сможем уже скинуть петлю со шпильки. Так, гайку я открутил. Скидываем наш ремень. Все, ремень мы скинули. Проводим его через прорезь, здесь есть. Все, наша накладка снята. Берем новую. Вот она, наша новая накладка. Они разные по цвету салона. Номер ее LR044-802. Достаем накладку. Вот такая вот накладочка, не потертая. Новое берем и устанавливаем ее. Проводим ремень и заводим на место накладку. И защелкиваем ее. Все, накладку защелкнул на двух клипсах с той стороны. Здесь снизу саморез, слева наживил. Сейчас закручиваем вот этих два винта. Там Торкс Т-30.
теперь закручиваем ремень. Вот ремень я закрутил. Теперь берем заглушку, одеваем ее на шпильку и защелкиваем на гайку. Все, заглушка у нас стоит. Теперь мы устанавливаем боковую накладку. Защелкиваем ее. И наживляем болт и закручиваем его. И защелкиваем заглушку. Теперь устанавливаем нижнюю накладочку. И закручиваем. Здесь самое забавное, есть два крепления, вот и вот, но не было ни винтов, не было и закладных шайб, ну не шайб, а фланцевые гайки, куда эти винты прикручивать, отсутствовали. Закручиваем вот этот саморез. И устанавливаем боковую накладку угловую. Здесь клипсы, как я и говорил, прищелкиваются туда и эти туда. Она заводится вот таким образом. И также прикручиваем саморез. Не саморез, а болт.
И также закрываем заглушку. Теперь устанавливаем нижнюю накладку. Так, а это боковая наша накладка цвета эспрессо, капучино. Номер ее 044-821. Клипсы стоят новые. Берем, заводим и защелкиваем. Одеваем на место резинку уплотнительную, заводим ее на обшивку. И все, наша боковина собрана, ставим на место полку, и автомобиль готов. Всего вам доброго.